Ведь ФМ потом каравай, ребят. О, пора 9. Ой, сука, зачем я уже? Ебать, ему повезло. Звуки, так, ну-ка, вот. Хай, хэт. Так, ну-ка, я его отдельно сейчас. Ты чё, блядь, ебанутый нахуй? Вот сука, блядь. Это прям в FL-ке такой звук? А, ну-ка. Ну ладно, давайте делать так, как он говорит. Хай-хэт. Хуяк. Вот, я закинул. Вот вам видно там в окошке. И... Сука, на мне. Так маленький. Новая папка. А там тоже сейчас как хуя. Стойте, это Хесус? Он ругает? Я уже как Хесус ругает? Стой, это Хесус написал этот мелодик, который только что играл? Или это заготовка была? Я тоже. Я так понимаю, ХП-ХП это типа, когда ты смеешься с захлебываниями, да? ХП-ХП-ХП. Блять, Андрей. Ладно, давай видео. Можно? А? У меня только что взял курить. Пиздец, я тебе хуяшки иди дам, реально, такая деловая, ебал. Ты в курсе, что Арина вот тут вот как раз жила в Москве? Чё, она в Instagram Stories палит свой адрес, ей похуй. Там видно эти дома, блядь. Синья! Ура! Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Эй, йоу! Да, Жожа с плохим парнем тусил. А кто этот плохой парень? Чё это за кент? Я его везде вижу, не понимаю, откуда он взялся, типа. Чё это за тип? Чё, блядь? Ой, блядь. Это по Монику въебал тогда? Ебать. Ебать, она стоит, ты чё нахуй? Подожди, это... Блядь, чел, ты чё ебанулся? Пьяное отношение к технике. Мне кажется, у Анастейзе просто реклама появилась на канале, блять. Ничего, значит, надо крушить. Что делать обычно? У меня нет денег на микрофон. А ты не пиздата, да? А ты его девушка, ребят? Или домработница? Граната! Пиздец, охуеть. Мама? Аудио. Ух, блин. Кто здесь? Ты кто? Ебать. Алло. Ебать, его мама сочная, только что я это понял. Я еще главу, а ты смотреть будешь. Подарила мне Соньку, сука, души теперь, пиздец, бля, поиграть даже ни во что. Если там еще 4 игры скачал, скачал тебе God of War, еще что-то скачал. Ну, я буду их проходить соло без тебя, знаешь ли, там ночью шлюшек закажу, там стриптизер, чтобы одна прям над телеком танцевала, сиськами трясла. Вот, одна стояла сзади, вот так вот меня по шее гладила, я такой шампанским буду в руке и геймпад, ебать, играть там. Всякие God of War там... Аня. Хватит гулять голове моей, хватит играться с рассудком, давай договориться, минимум 20, максимум 20. А чё, его же Кирилл зовут, Парадевича, Кирилл же зовут. Чё, просто это типа... Не, он так отреагировал, будто его Саня зовут. Можно, пожалуйста, Джо? Тут, вот это вот с орешками, бля... Сарешки? Да не Саша его зовут, это псевдоним. Делай, что все шатается. А, бля, какой вкусный, нахуй. Я бы им просто вот так вот пшикался. Он реально охуенный. Да, Дима, что это было? Слышь, блядь? Я хотел, я показал тебе вот... Они ебались уже? Тебе какая разница, Марк? Бля, прикольно, если ебались, это забавно. Прикольно, хоть кто-то, да, Марк, идет. Кстати, очень много людей, которые отмечают меня после стрима, они смотрят нас с телека. Те, кто смотрит нас с телевизора, ребята... Сосите хуй, вы в чат нам все равно еще ничего не напишите. Потому что вы из телека.
Сейчас чел такой, сука, берет пульт и начинает. Иди нахуй, где эта буква, блядь. Ну посмотрите, такая няшка. Ты юечка. Как будто, знаете, у меня нет котика, и он мне заменяет котика. Она очень похудела и изменилась вообще. Я ее давно не видел, она очень похудела. У нее скулы прям ебанутые просто появились. Просто это другой ракурс камеры, мне кажется. Она прям исхудала вся, блядь. Чё ты несёшь? Альфа Ромео. Нормально она выглядит. Альфа Ромео? Ой, блядь, что это такое, нахуй? Это, блядь, космический корабль, блядь, какой-то. Корабль. Не, дядь, и одна педаль? Нет! Что это за космический корабль, блядь? Я куда на нем, блядь, взлетать-то буду, нахуй? А, ну педаль газа, все правильно, на автомате одна педаль. Нет, боже, две. Боже, одна. Две. Газ. И тормоз. Это тормоз, первый столб. Осуждаю, долбоёб. Блядь, что это такое? Такое что-то нереальное. Как будто это мистика, ебать. Сделай три тяжки, все охуеть. Не хочу. Model X, посмотрим. Ну, типа, сколько это в рублях? Я думаю, мне Тесла подошла. Она же, понимаете, машина умная, умнее меня, блядь. Не, а, мне... а ну давай, блядь, 54 800 умножь на 85, блядь, в баксах. 76 сейчас курс. Или 73, блядь, 73 вроде же. Ну, это умножь. 5 лямов. 4, ну, давай умножай. 4-5 лямов, блядь. Надо что-то поумнее, блядь. Ну, чтобы... Я еду, блядь. Я еду, допустим. 6? И подруга стоит на дороге. И машина сама открывает дверь, вылазит сидушка, мне вот так ее ремнями. Хуя, мне это априори Тесла не нравится. Хоть это экомобиль, это пиздато, но не знаю. Ляму. Только надо настроить, чтобы подруг таких культурных. Первый. О, я ебу. О, ебать, она грязюка. Вот это пиз... а, ой, это пиздато. Блядь, я ебу, ну, она визуально пиздато, мне не нравится салон этого Ягуара. Мне не нравится, это на любителя. Не нравится. Ебать, она охуенно вы... Ну, блядь, ну... Ну, салон, вот я об этом и говорю, салон очень старый. Ну, блядь, получше, Мерс. Очень старый, Марк, старее, чем у тебя фарш. Гоночные, это я буду так... Ой, я ебу, блядь, сука! Бедный руль, она так и не представила, нихуя. Ни руля, ни кресла, ни хуя. Смотрите, а тут видимо, знает, смотрите, его как бы аватарка стоит. У него такое двойное... Автопортрет. Понятно. Видите, зло и знаменитость. Это что, гений, блядь? Это что за новый уровень Эрлстрима? Что? А как? А что, сегодня новый покчамп? Каждые 24 часа новый покчамп делают. Твич добавили новый покчамп. А, они походу сейчас... Каждые 24 часа новый покчамп появляется. А нахуя? Ты слышишь меня? Ну, я тебе просто говорю, они сейчас... Вчера был один, сегодня другой. А как чел старый покчамп спамит? Кто-то, значит, сделал. Твич бы не пропустил. На, понятно. Осуждаем этот канал. Нельзя такие смайлики. Чё она сказала? Чё она сказала? Чё ты про мою мать сказала? Извините, мы сами свою нарезку понятно не слышим. Видите, зло и знаменитость. I'm going to tell about your mother. Или как там? Чё ты про мою мать сказала? Чё она сказала? Чё ты про мою мать сказала? Чё ты про мою мать сказала, сука? Я сказала, цените мать по-английски. И как ты это сказала? По-английски. Congratulations with your mama. Congratulations, это поздравляю, блядь. Wonderful, mother. Это лучшее, блядь, wonderful. Типа прекрасное там. Много обозначений. Че, ебануто? Да, нормально, блядь. Они должны читать. Опять блядь. Какой-то друг Дани или че? Ты видел, блядь? Ёбаная курица. У него нормальные моменты. Не, я просто типа первый раз... Грызть вещи перестанешь, когда... Ты сначала грызть мой хуй прекрати, блядь. Коврик съел кто-то. Понял? Ты охуел, блядь? О! Охуел ты? Готовь шлюха! А ты хули хотел, блядь? Это у нас брачные игры, нет? Типа... ...нибудь одно движение, как там жопу трясти надо? Твою мать, что это за, блядь? Мне когда собака сарается... Знаете, вот у меня батя так каждый видос смотрит. Что это, блядь, такое, блядь? Вот там Манурин мать, такой. Что это за, блядь? Мне когда собака сарается... Да ты, сука, дай послушай. Твою мать, что это за, блядь?
Мне когда собака срать садилась, блядь, я с ней гулял, она так же докакивала, так вот. Она вот так вот машет, короче, докакивает, когда выкакивает последнее, блядь. Для меня это какая-то локация неразведанная, блядь, как будто в World of Warcraft, я не понимаю, что там, блядь, текстуры черные. Что, камера? Нет. Ты не нужна никому, прости. Камера, блядь, нет, это телефон, блядь. Я думала, сова. Какие исключения, я без понятия. Серьезно, по астрономии. Какая планета Солнечной системы самая маленькая? Юпитер. Юдум. Это тоже такой вариант ответ. На старте, чел. На старте. Ебать, у меня лагает, дядь. Никто не будет, а меня никто не будет доебать. Я некоторых вижу людей, блядь. Я здесь вижу некоторых рядом людей, вон сзади, смотрите. Оп. Ого, нихуя, блядь, кикфлип. Извините. И снизу, с середины и право. И G нажимай. Что это? Ну чё это? А на этаже есть где-то зона тиктокеров. Можете показать мне? Зона тиктокеров. Где-то у меня зона тиктокеров. Фу, блядь. Чё он сказал, блядь? Я не понял. Мне, блядь, сейчас... Мне ещё рамсить с какими-то, блядь, дагестанцами. Нахуй мне это всралось, блядь, на стриме. Блядь, что он мне сказал? Я не понял, что он сказал, блядь. Я не знаю. Если он хочет пиздиться, пусть так и скажет, блядь. Я хочу колечко Саня, наконец-то породили, блядь, господи. Да, блядь. Похуй, блядь. Рейд! Спасибо, Породевич, за рейд, братан. Нам очень приятно. Спасибо, Саня, блядь, тебе за рейд. Ёбаный соус, блядь. Так я постоянно об этом говорю. Да нихуя, я ничего не делаю. Все постоянно топят, типа, дрон что-то делает. Ксюша держит, на нее плечах все состоит. На моих больших плечах. Модерация канала. Да. Тюнька. Весь дом на себе. Нет, я так давно у них на стримах не была, я же соскучилась по ним. Спасибо за 1000 рублей. Я не хочу просто нарезку после стрима второй раз переслушать. Я не слышу, из-за тебя у тебя просто колонки налево идут, а справа ничего не слышишь. Как обычно, Марк, ты один ничего не слышишь, бедолага. Просто весь дом на себе тащит. Вы о чем говорите, блядь? Я об этом и говорил постоянно. Марк, спасибо за 1000 рублей. Я ж, блядь, ее вот она, а принцесса. Просто-напросто, принцесса, блядь, ёпты. На горошине. Я вообще у них давно не была. Я соскучилась, прям надо зайти к ним. Ебать, я угадал. Ёбаный брат. Чё это, блядь, такое? А? А это важно? Конечно. Тут выход там. Я патриот, мне можно. Блядь. Вот такая хуйня стоит. И говорит, надо с одной стороны только входить. С другой? Если зайдешь с другой, то не все. Не, тогда все. Не, тогда все. Блять, вообще ебет. Патриоты, блять. Сука, я играю обычный паблик, какого хуя челы играть умеют, блять. Я первый раз, сука, в игру, блять, зашел, но на второй. Ты посмотри на него, нахуй! Он, блядь, три дома построил, там блядь, ему хуйню стрельнул. Так кто нахуй, я с кем играть зашел, блять? Может, ранкет пошел, блять? Играть нахуй. Пиздец. Отдыхать ты будешь. Кто ты такой? У меня нахуй своим ртом будешь сидеть, да. Нахуй. Да, Саня? Отдыхай. Отдыхай. Саня. Саня, напоешь. Чё, ты мужик письку не можешь? Тик-ток. Потерял, да? Тик-ток. Блядь, Даня, ты где лазишь там? Ты ебанул.
ну, как-то... Вообще, где лазишь там? Ну, я смотрю, даже на тупого долбоеба просто тупой, нахуй, в башке пусто, блядь. Он это я. Как звук сделал? В башке пусто у него, нахуй, но он лысый, но тупой пиздец. Скажи честно, ты переспала с корешем? Нет. Вот если бы такая возможность была на пьянке, там, ты в говно, он в говно. Там, я говорю, блядь. Нет. Целоваться? Нет. Почему? Не твой типаж? И ты такой, блядь, ебать, типа, ну, блядь, мужчина, нет. Нахуй. Вот к такому вообще ревновать будешь. А он просто, блядь, лысый, нахуй. Он для меня еще совсем зеленый. Что это он значит? Ну, в смысле, он для меня он как... Он же не зеленый, он другой. Он для меня как ребенок, понимаешь? Ну, видно, неопытный, ну, неопытность такой, ну, как, сынок. Нахуй. Ну, это в хорошем толстый, смысле. Знаешь, не толстый, а такой, который на массе, как бы, качается, малыш, но толстый. Ну, малыш, сынок. Короче, children, child. Максимум версия. Или что там? Spider-Man. А, максимум веном. Спайдермен. Максимум веном. Спайдермен. Где он? Что это, наверное, как... Спайдермен. Короче,